понимаете? Угу. Ну вот дочка тут у города, она приезжает раз в месяц, потому что приедет тут отсидеть две недели, потом там две недели надо. Это сейчас, а то в городе месяц. Внучка не стала ездить, вот уже год как нет. Так, меня зовут Васюкова Татьяна Алексеевна. Я председатель садового товарищества «Мечта». Это 2 года он уже у нас, этот велосипед. Это действительно, ну, очень большая подмога. Тут я даже вам сказать ничего не могу. Это действительно вот так оно и есть. Это было действительно, вот, ну, как радость не только для меня, но и для садоводов. Я уже говорила, что вот на сегодняшний день у нас в зимний период живет около 1000 человек. Сегодня были, меряем давление, определяемся, нужна скорая помощь или нужны просто таблетки. Это самое главное. Продукты. Хорошо, спасибо. Очень заботится за нас. Если что, она звонит уже, спрашивает, как вы. Ну, бывает по-всякому. Ну, такая я девочка. Нюня, я плачу без конца. Еще я заказываю мороженое. Очень хочу мороженого. Хоть и возраст, а все равно хочется мороженого. Вы ей теперь велосипед дайте, и пусть она ездит. Да. Все, хватит и порадоваться жизни и успехом правнучки, самое главное. Все, все хорошо будет. До свидания. До свидания. До свидания. Будьте здоровы. Все.